Народ, всем привет! Хочу вам рассказать одну историю очень плачевную, которая произошла с моим Мьюник Тайфун наш. Видите, какой он остался? Вот. Что произошло именно, я сейчас вам поясню. Сейчас я вот покажу. Камера, видите, вот осталась жива, линза не разбилась. Вроде бы как. Крышечка вот эта отлетела, я не знаю, не нашел ее, ну вроде где-то она есть. Резиночки, то есть одна отлетела, три осталось, но это не беда, сколы вот здесь. То есть надо будет новую крышку эту заказывать. Это тоже вся вон разлетелась, короче. Вот. Здесь вот такая вот, короче, система. Как видите, что здесь произошло. Вот, в общем, здесь я сейчас отсоединю вот этот, чтобы поближе вам показать. Вот видите, как это, я так думаю, так здесь, наверное, датчик GPS находится, я так понимаю, под этим. Да, вот он вроде целый остался, наклеен, видите, как здесь так, таким этим материалом, сеточка. Кнопка вроде цела, не знаю, чуть-чуть поцарапалась, но вроде цела. А, нет, все разлетелось, тоже она кнопка. Вот эта вот кнопочка сама. Ну, в общем, история такая. Вышла недавно, как вы знаете, сенсоры остались. В общем, короче, нужен корпус полностью, я так понимаю. Вот здесь видите, что, да, происходит. Тут тоже понадобится. Не без ремонта. Я не знаю, вот этот короткий, он такой же длинный. По-моему, он одинаковый. Почему-то он оттуда как-то... Сейчас посмотрим, почему он так вылезает. Странно. Не знаю, каким он образом так вытянулся. То ли это туда зашло. Ладно, это мы будем разбирать, неважно. Я хочу рассказать саму историю, как это все произошло. Я заказал, закачал новую прошивку. Там мне ребята прислали ссылку, где все показывается, все грамотно рассказывается. Я установил, все хорошо. Обновилась она, управление, все работало, все замечательно. Я приехал на дачу. Там у меня такое место, то есть поле, там крайняя дача и рядом дальше поле там большое. Я там постоянно запускаю, все нормально. Вот. Зарядил два аккумулятора целых. Кстати, вот один аккумулятор, который... Нет, этот остался нормальный. В общем, на одном аккумуляторе он полетел, нормально, все. И этот тоже, ну, он упал, он раскололся, но он живой еще, видите. То есть, как бы, тут трещинка маленькая. Но он рабочий, все нормально. Аккумулятор, слава богу, выжил тоже. Вот. Он, значит, полетел, все нормально, я полетал, поснимал на нем, все хорошо. Начал садиться аккумулятор, я его пригнал обратно на точку домой, короче, он сел, все хорошо, подошел там друг, я его попросил поменять аккумулятор. Он вставил, этот старый вытащил, поставил новый. Единственное, что я не сделал после этого, конечно, не стал его калибровать. Думаю, ну... Калибровку-то, в принципе, я сделал, как, ну, основную. Вообще говорят, что как бы надо один раз его откалибровать. Если ты в Москве, грубо говоря, приехал, в Москву один раз откалибровал, и если ты здесь запускаешь, то как бы можно больше не калибровать. Я на эту тему так как бы не задумывался сильно. Но факт тот, что сменил аккумулятор он, я взлетел, причем он взлетел нормально, пульт слушался, все нормально, то есть он взлетел. Как бы взлет был, да, нормально, наверх он поднялся. Ну, поднявшись метров на 5, я как бы хотел вправо сдать. Когда я только джойстик вправо сдал, он сразу начал набирать скорость очень сильно. Там рядом дом, у меня очень высокий такой строит, там мужик. И он, ну, видно, датчики что ли сработали, не знаю, он его как-то так обогнул, облетел как бы стороной. Очень, ну, то есть практически с максимальной скоростью. Я стал переключать все датчики, эти самые тумблеры. Никак вообще не реагировал.
Он полетел, полетел, полетел. Я сразу стал набирать высоту. Думаю, если он как бы даже дальше полетит, отлетит, ну хотя бы, чтобы не врезался ни в деревья, ни в какие. Ну, полетит и полетит. Думаю, я там его, может, на машине догоню как-нибудь. В общем, я набрал высоту где-то метров 30, может быть, 50, там, не знаю. Ну, 50, наверное, не набрал, да, метров 30. Вот. И он летит, летит, и я ловлю его пультом никак-никак. Уже где-то метров, наверное, 500 отлетел. Я, значит, на пульте, он пока камера показывает, все. Но управление не слушается. Я его пульт, думаю, надо его успеть перезагрузить. Я его выключил, включил. Вот. Он как-то так, я смотрю, так в полете вроде чуть притормозил, когда начал грузиться уже пульт, но потом опять тоже скорость начал набирать. И, в общем, улетел, улетел, вообще его перестал я видеть. Пульт тоже перестал это самое показывать изображение. Я прыгнул в машину с другом быстрее и поехали примерно туда, куда он, в ту сторону, куда он полетел. Слава богу, с правой стороны был лес, слева тоже лес. А он полетел вот прям как-то, не знаю, чудом каким-то вот в сторону по дороге как бы. Ну, чуть-чуть правее, там поле идет, до леса еще далеко. И мы по газам, в общем, там набрали километров 100, наверное, уже. Я смотрю, на пульте появилось изображение. Я сбросил сразу скорость, и появилась эта самая стрелочка такая зелененькая, якобы он возвращается домой. Когда вот домой возврат включаешь, и там загорается стрелочка, он возвращается. Вот, я обрадовался, думаю, ну хоть это изображение. Изображение с камеры, значит, идет, а показывает он вниз в поле, в какое-то поле. Я, значит, поднимаю камеру и начинаю крутить панораму, чтобы понять, где он висит. Потому что, как бы, ну, по координатам там же не поймешь, там какие там, ну, цифры есть, а позиция, что там, как ее вычислишь. Вот, я смотрю, смотрю, и, в общем, друг, он там живет местный, он говорит, а, это вот примерно там где-то, где родник. Ну, мы, в общем, поехали, поехали примерно. И смотрим вдалеке, он висит над полем, на высоте где-то метров 30. Висит, значит, замер. Мы подъезжаем, но туда подобраться нельзя, там как-то такое болотистая местность такая, и как бы дальше чуть-чуть вроде тоже поле. Я думаю, ну надо как-то попробовать его оттуда хотя бы выгнать. В общем, мы пульт выключили заново, включили его, появилось изображение вроде все, начали его делать на себя, как бы, чтобы он полетел. Он вроде начал слушаться потихонечку, начал двигаться. Я на самую маленькую, на черепашку поставил этот задний переключатель скорости, ну, который ускорение регулирует. И, в общем, он на маленькую, вроде потихонечку начал, а потом опять как резко полетит, и причем под 45 градусов в пике прям зашел и прям, и об землю, короче, бабах, разлетелся в дребезги. Ну, в общем, нашли от него там потом уже второй раз, первый раз нашли только вот его и камеру как бы отдельно, потом вот нашли карбоновые вот эти вот ножички, ну хорошо, приехал, думаю, хотя бы вот эти штучки остались, их не покупать, слава богу. Ну, в общем, столкнулся я с этим делом. Вот. Сегодня я начал искать запчасти, пока я их не нашел нигде. Вот, нашел там кое-какие, но и то, в общем, они мне не помогут. Написал я письмо в Юник. Юник в представительство, в московское представительство написал и продублировал это же письмо в Америку туда, на Юник.ком. У меня там есть друзья в Америке, если что, они могут заехать к ним, в принципе. Вот посмотрим сейчас, чем закончится, не знаю. В общем, буду, ребята, это контролировать. В общем, сейчас разберу его, посмотрю, как устроено все. Там есть человек, который с электроникой дружит очень хорошо. Он его посмотрит. Ну, в общем, буду ждать от них письма, что они напишут, как это вообще все чем закончится. Я вам обязательно потом расскажу, выложу у себя на страничке на YouTube. Все, ребята, всем пока. В общем, смотрите, следите. Пишите в комментариях, если кому что интересно, там может подсказать, что рассказать. В общем, один движок потерялся, не знаю. Может быть, кто-то знает или подскажет мне, где достать запчасти. Буду очень рад, буду благодарен. Ребята, помогите, если кто сможет, и я сам буду, конечно, ремонтировать, и потом обязательно сниму, напишу вам. Все, пока!